Чучело крокодила оказалось под запретом. Тюменская таможня изъяла экспонат у пассажира, летевшего рейсом из Вьетнама. Мужчина не задекларировал редкий товар. Между тем, это чучело сиамского крокодила, который находится на грани исчезновения. И его ввоз на территорию России разрешен только при наличии необходимых документов и сертификатов. Манекен весит почти 3 килограмма, в длину 1,5 метра. Эксперты оценили его в 26 тысяч рублей. Сейчас в таможне решается дальнейшая судьба и чучела, и нарушителя. Санкция данной статьи предусматривает назначение административного штрафа от 1/2 до 2-кратного размера стоимости предмета административного правонарушения с конфискацией, либо без конфискации предмета правонарушения, либо только конфискацию. Дальше, как практика складывается, передаем на исполнение, и Росимущество совместно с таможенным органом передают в музейный экспонат.